Здорово, с тобой Гар. Сегодня началась у нас уже третья неделя ивента, праздничный протокол, и DICE активировали пасхалку, ту самую пасхалку с плюшевыми игрушками из Dead Space Remake. Вам необходимо будет запастись огромным терпением и кучей свободного времени, потому что данная пасхалка завязана на абсолютном рандоме, и я потратил буквально 3 часа, даже может быть больше, на то, чтобы собрать все 4 фигурки. А за старание подписывайся на канал и ставь лайки. В общем, сейчас я вам расскажу, как собрать и где найти все эти фигурки. Нужно нам найти 4 фигурки. Это у нас пингвин, акула, тирекс, краб. Маскоты серии Battlefield. Внимание, огромное внимание. Данную пасхалку нужно проходить в соло, потому что на карте в одном раунде может заспавниться только одна игрушка. И, соответственно, только один игрок ее может поднять. После того, как подняли игрушку, обязательно перезапускайте раунд, иначе новые не заспавнятся. И, собственно, заходите на мой сервачок. Код подборки вы видите на экране. Поехали. Первым мы будем искать краба. Первый краб у нас находится в помещении склада под стеллажами. Второй находится в туннеле между точками А и Б. Третий в помещении с вентиляторами в углу. Четвертый в подвале между Б и С. Угроза на карте. Пятый после лестницы рядом с точкой С за деревяшками. Шестой на горочке напротив предыдущей точки. Угроза отмечена. Седьмой на точке С1 за мишенью. Союзники захватывают цель Чарли-1. Восьмой недалеко от С1 в подвале рядом с зипками. Девятый рядом с точкой D1 в подвале в мусоре. Десятый на самой точке D1 наверху синих штук. В следующем будем искать динозаврика. Первый динозаврик находится на точке А1 справа на синей трубе. Второй рядом с точкой А1 в куче трупов. Третий между Б и А в складском помещении под стеллажом. Четвертый между точками С и Б рядом с лифтом. Пятый рядом с точкой С1 на небольшой возвышенности рядом с деревом. Шестой рядом с точкой D1 на втором этаже за горшком с цветком. На очереди у нас пингвины. Первый пингвин находится рядом с американской базой справа от точки А1 на электрощитке. Второй находится в сложно доступном месте на точке А1 на небольшой балочке. Наши захватывают цель Альфа-1.
Третий рядом с точкой B1 напротив подвала. Четвертый в помещении с вентиляторами на самом верху. Очень сложно достать его, берите Маккея. Угроза на карте, в моем районе. Пятый между точками С и Б, между двумя койками. Угроза на карте. Шестой между точками Б и С, в помещении, где много коек. Седьмой напротив точки С1 на горочке. Осторожно, у моей отметки! Восьмой уже после точки С1 также на горочке. Ну и последняя игрушка, которую нам требуется собрать, это акула. Первая находится рядом с американской базой на зипке, прямо посередине. Осторожно, там опасно. В моем районе. Второй рядом с точкой А1 после лестницы наверху инкубатора Вовчика. Третий с противоположной стороны, также на инкубаторе. Четвертый в помещении с вентиляторами на самом верху вентиляционной шахты. Тоже нужно Маккей. Пятый в помещении с койками под компьютерами. Шестой чуть дальше за углом. Седьмой буквально в 2 метрах от предыдущего места. Угроза на карте. Ну и восьмая, рядом с точкой С1 в подвале, рядом с зипками. В награду мы получаем 4 брелочка на оружие, собственно, те самые фигурки, и карточку игрока «Хорошая компания». Вы поглядите-ка. Да это же хорошая компания. Похоже, они опять попали в передрягу, забравшись в очередную опасную дыру. К счастью, в их распоряжении имеется секретное оружие, способное творить настоящие чудеса. Дружба. Благодаря ей они вновь выберутся из этой передряги и смогут встретить следующий день. До встречи на поле боя, хорошая компания. В принципе, на этом все. Ребятки, спасибо большое за просмотр. Вам огромное спасибо. Всех с наступающим Новым годом. Всех благ. Всего-всего. Всем спасибо еще раз, что вы со мной. Обязательно пишите в комментарии, как вам пасхалка текущая. А с вами был Гар. Увидимся в следующем году. Всем пока.